Дорогие друзья, не могу не поделиться с вами радостью. У нас в магазине теперь появились и подгузнички. Отдельно хочу показать вам продукцию компании InScience. Здесь и подгузники, и трусики этого бренда. Почему решила заострить внимание конкретно на данной продукции? Во-первых, это качество. Меня очень сильно впечатлили конкретно трусики. В свое время мы ими тоже пользовались. И вот подгузники не уступают. Что меня порадовало, это их размер. Да? Они очень тоненькие, очень малепусечные. И когда ребенок в них делает свои дела, не создается вот такого эффекта мешка огромного, да, они остаются достаточно тонкими. Также, что меня порадовало конкретно в подгузничках, это то, что здесь идет очень мягкая внутренняя основа, двуслойная резиночка, которая защищает от протеканий, да. Внешняя резиночка также способствует сохранению влаги внутри подгузника. Здесь у нас многоразовая липучка, которая позволяет новоиспеченным родителям, как говорится, набить руку в одевании правильно подгузника. Внутренняя часть, которая контактирует непосредственно с кожей малыша, она очень-очень нежная, тоненькая и тактильно приятная. Здесь место для пуповины и самой этой прищепочки, она достаточно тонкая, как бы вам так показать. То есть здесь ничего натирать малышу не будет. Вот эта вот сама резиночка начинается вот отсюда. Здесь вы можете даже загнуть, если нужно вам. Здесь есть у нас также две полоски индикации. То есть, как только у нас авария случится в подгузник, у нас здесь индикация сработает, и родители узнают, что пора подгузничек поменять. Что касается упаковки данного товара. Конкретно подгузники выпускаются компанией InScience в версии Gold. То есть, здесь идет значок такой Q6. И размер S, M, L и XL вы можете увидеть в голдовской версии в таком исполнении, что означает серия Gold. Серия Gold подразумевает увеличенное количество абсорбента, которое впитывает влагу в подгузник. То есть они будут более тонкими, чем версия предыдущая, которая есть непосредственно в трусиках. Вот так выглядят трусики. Чем мне понравились в свое время именно эти трусики? Мы пользовались трусиками-подгузниками другого бренда, и у моего сына в этой части очень сильно были натерты ножки вот от этой резинки. Нам постоянно приходилось немножко надрывать, чтобы пухленьким ножкам было комфортно. В трусиках-подгузниках InScience такого у нас не было. И меня это очень сильно радовало, потому что в трусики мы перелезли месяца, наверное, в 3,5, может быть, даже немножко раньше. Вот, трусики очень мягкие, резинки очень мягкие, ничего нигде не протекает, форма отличная. Как видите, также здесь две резиночки. Внутренняя часть сама по себе очень тонкая, но очень хорошо все впитывает. За трусы я вообще ставлю отдельный плюс компании InScience. У них что в штатной версии, что в голдовской версии трусики великолепные. Единственное отличие в чем будет? Значит, смотрите, упаковка InScience обычная, да, то есть обычные трусики без увеличенного количества абсорбента. Они идут вот в зеленом исполнении. И здесь идет такая нумерация V5S. То есть вот здесь вот размер XL в данном случае, 52 штучки, цена что-то около 1000 рублей, грубо говоря. А вот те же самые подгузники в таком же количестве, но в версии Gold, будут уже стоить выше 1000 рублей, где-то 1150-1200 может быть. Вот. И здесь даже упаковка сильно отличается. Она более такая фактурная сама по себе. Вот эта золотая полоска и V6, вот эта надпись указывает на то, что здесь в данных трусиках использовано увеличенное количество абсорбента. Трусики еще тоньше, еще мягче, но тем не менее они впитывают еще лучше, чем предыдущая версия. И те, и другие по-своему хороши. Что выберете вы, уже решать, конечно же, вам. Есть ли вам смысл переплачивать за версию Gold или нет, решать вам. А вообще, вы можете прийти к нам в магазин и ознакомиться с полной версией продукции этого бренда.
потрогать все трусики, подгузники и просто подгузники вот в таких вот пробничках. Все у нас в наличии есть. На тест мы вам тоже можем предоставить. Ну все, ждем вас в гости. Все товары компании InScience есть у нас на полках. Ждем вас, приходите.